Карта мира в красках и деталях. Из Пензы в Самару прибыла необычная выставка. Автор Владимир Пентюх. Главная тема экспозиции – «Северная весна». Ее художник буквально прочувствовал, ведь картину он пишет только с натуры. Татьяна Пудова продолжит. Есть еще мастера, которые готовы вставать по утрам, брать кисти, краски и рисовать, даже в непривычных условиях, 40-градусный мороз. Пензенский художник Владимир Пентюх заболел русским севером 20 лет назад. Даже тема дипломной работы в Харьковском художественно-промышленном институте была «Северная весна». Пишет акварелью на любимый материал – масло. Я люблю масло, конечно, потому что оно такое дает фактуру. Там тяжесть, там все, мороз пишешь, там краски надо разминать. Иногда палитру делаешь жестяную, снизу свечки ставишь, когда 40 градусов пишешь. Кроме севера, он объехал с этюдником почти весь мир. Никогда не пишет этюды в мастерской, только с натуры. Иногда не успеваю. Некоторые работы есть такие, которые на следующий год, у меня там друзья везде. Я просто оставляю недописанные работы, приезжаю через год и пытаюсь найти то состояние, там доделать. Потому что там это там. В мастерской все правильно получается. Это его 5-я персональная выставка, но такого Пентюха в Самаре точно не видели. Десятки работ мастера собраны как международный пазл, пейзажи со всего мира. Чтобы увидеть все это, пришлось бы путешествовать не один год. Теперь такое путешествие занимает не больше часа. Когда проходят выставки Владимира Пентюха, хочется делать что-то доброе, творить, жить. Бамонт изучает на выставке художественные приемы Пентюха, а сам он мечтает опять отправиться на север. Встретить эту собаку, Туха, которая стала ему там верным другом. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии.